Давай твой каменный топор доделаем. Доведем до кондиции. Он уже острый, а будет еще острее. Это у нас называется... Потонким. Это у нас называется, да, импортозамещение. Да, долбоеб. Нам топоры перестали поставлять. Теперь мы делаем их своими руками, из камня. Так что, ну-ка, давай, у тебя получается лучше. Так. У тебя же, конечно, опыта больше. У тебя лучше получается. У тебя сразу получился топор. Отличный топор. Так. Ну уже готов, уже все, уже острый. Уже очень острый. Обрезаться можно. Давай я попробую. Вот так, оп, и острый тихонько. Вот снова здесь сначала. И вот так, отпусти, просто бац! Бац, да, свободу, да, бац! Не сопрот, да, бац, он, да, бах! Ой, я свой! Я уже научился! Я ловко, на охоту пойдем назад! Да, ты мой учитель! По изготовлению из каменных топоров! О, видишь? Ямчику! Ладно, два топора будет, два топора. Два топора, один маленький, а другой еще меньше. Ну ладно. Загубили большой топор, зато получили два маленьких. О, какой острый. Все, готово. Все, можно идти. Деревья рубить. Все, пойдет. Молодец, Ваня, научил меня железные ребята, и каменные топоры. Ребята сняли, как мы из одного. Как дед Володька, блин, из одного топора сделал два, блин. Фу, ребята. Ой. А потом еще из топора кашу научиться. Финальные. Кашу из топора нам кадры. Надо научиться еще делать. И будет совсем все хорошо. Из топора кашу научился? Да. Молодец. Познакомились сегодня, подружились с Ванькой. С нежным парнем Ваня Йети. А сколько острых осталось еще скребков? Вообще жуть. Смотри, у нас брака нет. У нас безотходное производство. Да, только... Эти осколочки пойдут как скребки. Мало меньше. Мясо резать, шкуру резать. Ребята, вот так снимаем кино с дядей Вовой, да. Борисовичем. Как жили древние люди и как мы в будущем будем жить, если война начнется. Виктор Бон-Бон и дядя Витя. И дядя Володя, конечно. Ребята, спасибо. Вот атомная война, если будет. Вот так и будем жить. Мы уже мы готовы к атомной войне. Ой. Даже готовится. Подожди, это камень. Это твой тут. Это, я здесь нашел это дом это, чтобы играть. Ну дом, надо его спрятать. Да, дом. Чтобы его никто не украл. Да. Спрячем. Да, расстегни. Так. Фу, снято, ребятки, снято вообще великолепно. Заодно согрелся. Вообще, как баня, блин, слушай, баня. Заодно согрелся. Фу.
Сбросил вес. Ну, тебе понравилось вообще? Да, постановка, да, сценарий, да, интересно. Да. Жизненно, понимаешь, жизненно, блядь. На пустом месте. Не, на пустом месте не бывает. Я сейчас просто изучаю этот вопрос, очень интересный, блядь. Чего ты изучаешь? Жизнь древних людей? Да, 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 да. Ну, видишь, ты впал в школьное детство. Да. Это пятый класс. Да. Это первобытные люди, это пятый класс. Вот как раз. Ты дошел до пятого класса. Ой. А потом дойдем до детского сада. А там уже ничего интересного нет, мне кажется. Ну да, нет, в детском саду интересно. Еще как интересно. Разучимся читать, писать. Разучимся. Уже разучились, блин. Уже. А, огромное спасибо, ребята, снято. Все. Фу. Опа. Так. Ну, деды во вселенной, ребятки, смотрите наши фильмы. Деды навсегда, деды. Старики во вселенной, старики 2023, блин. Уже нарастили 70, уже, наверное, знают. Про стариков? Да, да, в общем. Только у нас это, про старух-то мы забыли. Ну, надо будет. Ни одной серии не снято. Отдельный сериал, блин. Давай, собирай, городки! Старухи тоже люди. Надо про них тоже снять. Ой, что-нибудь. Хотя бы мультфильм какой-нибудь. Мультфильм, ой, блин, это на другую стадию. Студию. На другую студию, ребята. Ты не хочешь про старушек снять? Хочу. А, свои в камни забирай, свои.